Приветствую вас, и вы пишете, что нуждаетесь в повышении самооценки. Давайте для начала, прежде чем говорить о том, как ее повышать, попробуем задать себе такой вопрос. А с каких пор и почему она у вас занижена? И занижена по отношению к чему? Кому? Как правило, человек оценивает себя в контексте чего-то. Может быть, в контексте общества, может быть, в контексте определенного круга людей, может быть, в контексте себя самого. Так по отношению к чему у вас заниженная самооценка? В зависимости от того, каков будет ответ на этот вопрос, уже и нужно искать направление. В общем смысле, хотелось бы сказать вам, что равняться в оценке себя, в оценивании своих достоинств, своих положительных моментов, своих плюсов, стоит только на себя. Сравнивать себя с другими людьми – это неправильно. Это означает принимать чужие взгляды на жизнь, на вещи, на общество, на все что угодно. Принимать чужие взгляды – значит жить чужой жизнью, чужой, не вашей. Жить с чужими идеалами, с чужими идеями, с чужими целями и так далее. Не думаю, что вам, да и кому бы то ни было, вообще хочется этого. А потому, давайте все-таки будем исходить из того, что нужно ориентироваться на свои собственные ценности, свои собственные желания и свои собственные стремления. Предположим, что раз вы задумались о самооценке, предположим, что вы хотите это сделать для себя. То есть вы хотите роста, личностного роста, но вы не знаете, куда, в каком направлении вам расти. Для того, чтобы понять ответ на этот вопрос, необходимо разделить его на две части. Первая часть заключается в том, что вам нужно для себя самой определить такую вещь. Есть вы настоящая, та, которая есть сейчас, и есть вы идеальная, той, которой вы хотите быть. И между этими двумя категориями есть различие, есть разница. Так вот, давайте попробуем эту разницу для себя вычленить. И когда вам эта разница станет ясна, условно говоря, попробуйте подумать о том, как вы можете эту разницу сократить. Нужно всегда учитывать, что вы идеальны, это та, которой достичь невозможно. Ну, то есть невозможно достичь идеала, какого-либо идеала. Но можно в направлении этого самого идеала двигаться. Вот, соответственно, и вам нужно двигаться в сторону того, что вы считаете идеальной себя. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что вы определенно знаете свои слабости,
знаете свои минусы, знаете, в чем вы не дотягиваете, в чем вы хотели бы быть лучше, где вы можете быть лучше. И вот в зависимости от этих моментов вам нужно ставить себе соответствующие задачи, смотреть условия выполнения этих задач, требования к этим задачам, а эти требования, как правило, устанавливаются извне, искать соответствующие средства, доступные вам для выполнения этих задач, и двигаться в достижении соответствующих целей. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос о том, как повысить самооценку. Заключительной строчкой будет то, что когда вы будете добиваться определенных целей, когда вы будете достигать определенных задач, вы по большому счету будете ощущать успех. И этот успех даст вам возможность поверить в себя, в свои силы, понять, что вы ничем не хуже других людей, а то и лучше их. И ваша самооценка, ваше достоинство и самолюбие будет повышаться. Но когда вы определяете для себя эти самые цели и задачи, когда вы определяете для себя значимость определенных целей, делайте акцент на том, кто определяет их, эти цели, кто определяет значимость того, чего вам нужно достичь. И если эту значимость определяет кто-то другой, а не вы, то старайтесь такие цели отбрасывать. А если отбрасывать не получится, то задайте себе вопрос: почему значимость, которую устанавливают другие люди, вы принимаете как свою? Что заставляет вас это делать? Ответьте на этот вопрос. Возможно, работу с повышением самооценки нужно начинать именно с того, чтобы самостоятельно оценивать значимость того, что вы делаете. Самостоятельно оценивать важность того, что вы будете считать своими задачами. Вот так можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.